Ну все, с Ниссаном прощаемся. Встречайте его на дроме. Там за сколько их продавать будут, я не знаю. Ну, в общем, машина продана. Значится так, ребятки, добрый вечер. Сегодня мы с вами уже встречались, когда я вам предлагал вот этот автомобиль. Вот этот автомобиль я вам предлагал за 125 тысяч рублей. Но знаете, в чем вся штука? Что вам, по-моему, такие варианты не интересны. Вот 1000 просмотров за сколько там, не знаю, за 4-5 часов. И мне такое ощущение, знаете, что там одни сидят диванные эксперты, которым нужен автомобиль при рыночной стоимости. Первая цена на него 300. Это 2003 год, Nissan Sunny с родным ПТСом. Там еще два места свободны, 25-я ПТС. С живыми задними арками, с проемами, с телевизором и задней панелью. И людям нужен Nissan Sunny, чтобы он был, в общем, весь целенький. И на нем можно было без проблем заработать, ну, денег. Прям вот ничего не делать. Вот здесь забрать, желательно вот с этой улицы забрать. Вот на ту улицу перекатить и там заработать бабок, даже не мыть. Вот, я это, знаете, когда понял? Я почему сегодня такой эксперимент провел? Вот мне многие пишут, подписчики: да ты варианты предлагай, да ты что, никому ничего не предлагаешь? Я вот предложил, фитап джаза предложил. Никому ничего не надо. Всем надо за копейки, и чтобы на ней, ничего не делая, заработать бабок, друзья мои. Но поймите, что, находя эти варианты, мне тоже нужно с них что-то заработать, да, какую-то маржу, естественно. И я буду ее заработать. И вы поймите, если вы не забираете, дром всегда будет забирать эти тачки. То же самое, что произошло с джазом. Honda Jazz Fit, да, кто знал, ну, кто понял, тот понял, кто давно на канале. Если ты еще не подписан, подписывайся. Итак, вот этот Nissan Sunny я предлагал вам за, по-моему, там 30%, да, 35 от его рыночной цены. За 125 тысяч рублей. Да, на него надо резину. Ну, давайте вот сейчас просто посчитаем вложение. Нужна резина. Комплект. Бушная резина 5 тысяч рублей. Пускай вы новую возьмете, китайскую. 10-12 тысяч рублей. Ну, мы считаем бушку. 5 тысяч рублей. 6 тысяч рублей, ладно. 6 тысяч рублей. 6 тысяч рублей резина. Два бампера в цвет. Я смотрел сегодня. Не надо мне писать там, что попало. А передний бампер 12 тысяч рублей. Задний бампер 8 тысяч рублей. Это прям вот, не напрягаясь, просто открываете дромбазу и берете, короче, запчасти. Итак, задний бампер 8, передний 12. Того 20 тысяч, два бампера, переднее левое крыло 5 тысяч рублей. 25 тысяч рублей плюс 5 тысяч лобовик. 30 тысяч рублей. Это у нас стоят два бампера, переднее левое крыло и лобовое стекло. 25, да, мы насчитали? Плюс комплект колес за 5. Это что, 30? Плюс радиатор с диффузором. Это еще 5. 35. Бэушный аккумулятор, пускай трешка, 38. Генератор за 4. 42. Ну, там масло поменять, не знаю, там что. 42, да, мы насчитали. Химчистка салона 5. Если вы сами ничего не умеете. 47. Плюс два порога сделать, пускай будет 12. Хотя тот порог я не видел, но, кстати, та сторона вообще вся нормальная. Туда-сюда, пускай, короче, 60. И то это я прям вот, ценники, если ничего нигде не искать, просто дромбазу открываешь и покупаешь. Итого он человеку обходится, пускай, даже посчитаем, 75 в него надо положить. 125 надо отдать мне и 75 положить в него. 200 тысяч рублей. Сейчас вы открываете свой любимый дром, авито, что, где вы там тачки ищете, не знаю, харабу. И покажите мне Nissan Sunny за 200 тысяч рублей 2003 года. Даже за 300 покажите мне. Вот 100% он будет разноцветный весь, с гнилыми арками, с гнилыми порогами. Я это уже проходил и видел. Поэтому я не знаю, да, долго, кто-то говорит: да это долго, все восстанавливать надо. А, еще ДМРВ не посчитал. Ну, 75, я думаю, достаточно будет.
Да, это долго все восстанавливать. Да, конечно, долго, если сидеть на диване и размышлять, что с этим Ниссаном делать, как его делать и так далее. Задний бампер можно прикрутить самостоятельно. Все, зад уже будет выглядеть по-другому. Передний бампер, ну, я думаю, тоже можно накинуть самостоятельно, и крыло можно поставить. Вот, все это можно сделать. Но для начала надо поставить ДМРВ, аккумулятор, завести его, потом поставить генератор и радиатор. Все. И тачка уже. Ну, кстати, еще капот надо покрасить, либо поменять. Не знаю, сколько он стоит, правда. Но то, что бабки в нем есть, 100%. А все сидят и ждут у моря погоды. Дайте мне, короче, новый корч. Новый, чтобы без вложений. Вот сейчас должен, кстати, человек приехать. Я просто это к тому говорю, что вот кто хочет зарабатывать, ну, для этого нужно работать и зарабатывать. Вот такие дела. Ну все, с Ниссаном прощаемся. Встречайте его на дроме. Там, за сколько их продавать будет, я не знаю. Ну, в общем, машина продана. Ну, вот так вот, друзья, закончился день. Мы заработали немного денег. Ну, а вы как бы, ну, сидите дальше и ищите сладкие варианты по низу рынка, которых, в принципе, уже в природе не существует. Вот такие вот дела. Человек приехал, поговорили. Он говорит, я просто целый день не видел, как бы. Домой, говорит, приехал, дром открыл, посмотрел, говорит, смотрю, подарок стоит. Человек занимается разбором, запчасти есть, говорит, я все соберу и все, пожалуйста. Вот деньги в нем лежат. Да и каждый из нас мог сесть и все это сделать без проблем. Я бы сам бы, ну, реально заморочился, если бы у меня просто не было кучи машин, и с ними еще там надо каждую маленько допиливать, дорабатывать. Поэтому, друзья, ничего не хочу сказать, да, как бы. Просто не пишите мне в комментариях о том, что ты скидывай варианты нам, мы будем забирать. Такие варианты, которые вы просите, да, их просто не существует. Я вот сегодня это очень ясно и отчетливо понял. Правильно там пацаны написали? Нормальная тачка с нормальным зазором. Надо просто приложить руки и заработать денег. А остальное все там реально какие-то это диванные эксперты или мечтатели, там, я даже не знаю. Знаете, песня такая была? Фантазер, ты меня назвала. Вот это примерно с той же оперы. Все, друзья, ладно, как говорится, всех обнял, до новых встреч, предлагайте тачки на продажу.